Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлом видео рассказывал, зачитывал, как инвестор купил электронную картинку за 69 миллионов долларов. Ну, во что люди инвестируют, в какие электронные активы. И вот еще одна новость. Выходец из России Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире. 27-летний Виталик Бутерин, родившийся в подмосковной Коломне, стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. Состояние создателя Ethereum достигло 1,09 миллиарда после того, как цена токена впервые превысила 3000 долларов. Сооснователь блокчейн-платформы и цифровой валюты Ethereum, 27-летний выходец из России Виталий Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. Ранее в понедельник цена эфира впервые, после биткоина на втором месте она идет. Ранее в понедельник цена эфира впервые в истории превысила отметку в 3000 долларов. На момент публикации токен стоит 3366 долларов. Криптовалютный кошелек Бутерина содержит 33 520 тысяч токенов и оценивается в 1 миллиард долларов, пишет Forbes. С начала года состояние Бутерина выросло почти в 25 раз. Эфир – вторая крупнейшая криптовалюта в мире с рыночной капитализацией в 389 миллиардов долларов. Она уступает только биткоину, капитализация которого составляет 1 триллион долларов. За последний год цена созданной Бутерина цифровой монеты выросла больше, чем на 325%. За последний год 325%. Эфир дорожает на фоне растущей популярности приложений децентрализованных финансов, призванных заменить традиционные финансовые институты, такие как банки и страховые компании, отмечает американский Forbes. Согласно данным DeFi Pulse, в настоящий момент в протоколах DeFi, многие из которых построены на основе блокчейна Эфир, зафиксировано более 74 миллиардов долларов. Главным конкурентом Эфира остается платформа Binary Smart, созданная крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance. Ежегодно биржа в среднем обрабатывает более 8 миллионов транзакций. Блокчейн платформы Эфир обрабатывает более 1 миллиона транзакций. Виталик Бутерин родился в Коломне в 1994 году. Позднее он с семьей переехал в Канаду и рос в Торонто. В 2014 году Бутерин получил премию известного венчурного капиталиста Питера Тиля, что позволило ему сосредоточиться на изучении криптовалютной сети биткоин, а спустя год запустить собственную блок-платформу Эфир. Вот так 27-летний молодой человек стал миллиардером, один из самых молодых, выходец из России. Но сделал вот он это в Канаде. Так что на этом пока все про молодых миллиардеров, бывших наших соотечественников. Заходите на канал, подписывайтесь. Всего доброго, до свидания.